24 мая Евразийская экономическая комиссия совместно с Казанским федеральным университетом обсудили участие Республики Татарстан и Поволжья в транспортно-логистических цепочках на пространстве Евразии. Нам рассказали о стратегической роли Поволжья и его развитии в экономической интеграции. В Евразийской экономической интеграции обсуждать мы будем проблемы как Поволжья вообще, так и Татарстана в частности, в проектах Евразийской экономической интеграции, в сопряжении этой интеграции с экономическим поясом «Шелкового пути», большим китайским проектом и весь формат геополитических проблем, которые сопутствуют этим аспектам. Главной темой мероприятия стало обсуждение роли Республики Татарстан в развитии цифровой экономики ЕС. Своим экспертным мнением поделился заместитель начальника Евразийской комиссии. Татарстан – это стратегически важный регион не только Российской Федерации, но и в целом евразийского пространства, нашего Евразийского экономического союза. Это центр логистических, транспортно-логистических процессов, которые развиваются активно на нашем евразийском пространстве. И, безусловно, это такое уникальное место, где сочетается и Европа, и Азия, и он полноценно олицетворяет наш евразийский проект. Поэтому мы очень благодарны Казанскому Приволжскому федеральному университету, что он нас приютил, так пошел нам навстречу и оказал активное содействие в организации этого круглого стола. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.